Я вижу, что ты садишься, Вась. Ты у меня шасси нет, куда я сажусь нафиг? О, а так, так тоже норм в целом. Прилунился. Это что, это ты прилетел? Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня, старый добрый War Thunder. Сегодня мы устраиваем долгожданную дуэль на самолетах, танках и кораблях. Смотри, что получится. Мы будем начинать. И да, кстати, ссылки на игру я всегда оставляю в описании. И перейдя по ссылке в описании, ты получаешь офигительные бонусы в игре. Не теряй возможности, переходи по ссылке, играй в игру, получай бонусы. Ну а мы начинаем нашу дуэль. Ну что, ох, начинается дуэль, и ты только взгляни на эту машину, на эту бронетехнику. Ну, слушай, его звук. Африканское чудо света. Это какой-то реально Франкенштейн. Я просто он говорю. Еле едет, но это ладно, это пофигу на это. Точка Б, ты скорее всего уже на точке Б. Это на очень страшно. Смотреть. На как shift? Сказать? На shift ты будешь кабину смотреть. Я в пробке. Охренительная подсказка, я тебе хочу доложить просто. Ты падла. Я захватываю точку. Сука. И откуда мне сейчас ждать звездюлей? Откуда он приедет, вот в чем вопрос. Он может приехать в целом отсюда, а может приехать отсюда объехать. Он может. Это лишнее здесь? Я думал, ты про меня уже испугался, лишнее. Опа. Нафиг. А это идея, кстати. Я здесь не лишнее, не ври на меня. Я в три захода развернулся, как будто в SnowRunner играю. Ты как будто на права впервые сдаешь. Ты ничего не слышишь. Я слышу звук какого-то грузана нафиг. Ты ничего не слышишь. Я что-то слышу. О! Нет! Умри! Где ты там? Да, в кабину накидал тебе просто. А я напулял. Тебе стрелков кидал. Кого? Они выжили? Я да. Тебе стрелков кидал. Не знаю, ты вообще не попадал, мне колеса прокусил. Первый груза. Балл играем 1-0. До трех побед. А главная опасность заключается в том, что стрелять вперед я не могу. Огромная могу накидать себе в кабину только. Установка, вы понимаете? Вот это и вот сзади, кстати, прет, у меня 60 километров по городу. Антон! Что такое? Привет! Ты меня не можешь видеть. Я ну как сказать? Я стою на месте, падла, ты меня не можешь видеть. Так, в прошлый раз была тут небольшая проблема. И главное не наступить на эти же грабли. Да, задолбёшь. Привет. Да, мне пофигу, ты в курсе, я под эстакадой стою. Под какой ты эстакадой? Там нет эстакады. А, там есть эстакада. Свалить бы отсюда побыстрее. Я буду тебя выслеживать. Ты прям в эстакаду попал, прям в то место, где стоял я, прикинь. Ты, блин, я везде здесь в открытый, просто на открытом пространстве. Дурацкие точки в дурацких местах стоят. Ищем огромную несуразную коробку. Вот бы тебя спалить разочек. По-моему, ты меня уже спалил. Я слышу звук, но пока не вижу тебя. И арт-обстрел был верный. Ну что, по эстакаде, что ли, сверху я едешь? Я не понимаю. Не понимаю, куда смотреть. О, блин! Здорово! Да сдохни ты! Какого фига ты вылетел, дурак? Я не ожидал так быстро резко. С другой стороны ожидал. Ты мне обидел человека одного правого. Я не хотел его обижать, прости. Иди проси прощения, 1-1. Мы поменялись местами, кстати. Теперь Антон выезжает с моей точки, я выезжаю с его точки. А у меня есть идея, просто офигенная идея. Еман, что я придумал. Не жалко, вздумай. Жалко, нельзя карту отдалить. Интересно, что ж ты сделал? Моя идея провалилась. С грохотом. Дых-дых-дых-дых-дых. Что ты хотел сделать? Я что-то грандиозное хотел сделать. К сожалению, не получилось. Блин, долбаная фигня мешает мне смотреть. По где там же разворачиваешься? По каким-то еду. По каким нафиг клумбам? Я в натуре. Твоя задача была клумбам, просто проехать. Тут сломал еще фикус какой-то. Не ломай фикусы. Фикусы нам не враги. Столики поломал. Чрезвычайно интересно. Откуда ты сейчас приедешь? Блять, мне кажется, это плохая идея. Это bad idea, bad idea, Антон. Bad idea, знал, что ты там будешь. Да! Где, в смысле? Перезаряжайся! А у меня патроны закончились. Тушись! Я вижу, ты горишь за пальмой. Я пальму расстрелял, а не тебя. Перезаряжайся, Падал. Дядя. Да! Нет! Есть! Он загорел, я сдал, что ты там! Я пальму накидал просто на листво, она же офигела, перевернулась. А счет 2-1 в мою пользу, еще одна победа. И раунд на бронетехнике завершится, и мы перейдем к авиации. Ну, я знаю, а ты прям ожидал, да, что я буду там стоять? И так еще говоришь, смотрел, зря сюда поехал. Ты ушлепок. Да ты такой же. Гав-гав. Да ты больше. Нет, мы одинаково. Я менее ушлепок. Нет, все не так, абсолютно. Что? Как так быстро?
Как так быстро? Ты чего? Просто откуда ты припрешься? Да иди нюхай артиллерию. Пожалуйста, можно прям ему в кардан вбать? Не кардан мы не трогай. Не для тебя его строили. Я взял точку, захватил. Но... Все, моя точка. Фига там что за ад происходит? И не в тебя все, да? Все мимо кассы. Это очень опасная карта, это очень опасная история, потому что тебе шумозащитные панели и листья мусора летающие повсюду. Это... Трындец, как страшно. Ты меня не слышишь, я тебя не слышу. Это значит, что мы друг от друга далеко. Давай подсказку. А ты видишь мой остов? Ну, это слишком такая подсказка. Хорошо, давай так. А с прошлого раунда? Да. Вижу. Я вижу твой остов. Я вижу тебя. Умри! Да умри же! Перезарядка! Хрена себе, ты мне сломал жизнь, стрелку! Ты дурак, что ли? Ты не стыдно? Перезарядка, давай! Давай! Нет! Да ну нафиг! Лучше, чтобы весь прокачанный! Нет, не весь! Антон! Знаешь, в чем прикол? У меня, короче, под эстакадой спрятаны основные компоненты грузовика, видимо, жизненно важные. И ты мне в кабину в чуваков понакидал, у меня чуваки просто вырубились. Я в чуваков стрелял! У меня новые, видимо, пришли, сели и все. Все, я принял поражение. Хорошо, мы помолчим друг на друга. Победа на бронетехнике, переходим к авиации. Мы начинаем раунд на самолетах. Это реактивные самолеты. Будет очень тяжело, интересно, здесь поплавковый карбюратор или карбюратор здесь вообще нет. Я вверх ногами лечу. Играем мы также до 3 побед на самолетах. Не, слушай, ему пофигу, топливо сосет неплохо, даже вверх ногами. На таких самолетах быстрых я еще не играл, это будет сложно. Ах ты где? Лечу в твою сторону. Ты в курсе, я к твоей базе подлетаю уже, а тебя я все еще не вижу. Я тебя тоже, кстати, не вижу. А ты где вообще? Я слышал, куда... А ты где? Ты увидеть бы тебя нафиг. Потеря управления. Алло, какую потеря? Возьми за штурвал двумя руками. И суй между ногами. Вот ты тапок, блин. Управление нам потерял. Что еще за новости? А тебя не смущает, что захватывается? Ты что, приземлился? Что, дурак, что ли? Ля, кружит вокруг меня. Я не понял, блин. Ты что, дурик, приземлился туда реально? А че нет? Возможность-то позволяет. А, у тебя же вертикальный взлет! У тебя такой же. Стреляет по мне? Ой, дурак. Да иди ты нафиг, фигли, ты летаешь там вообще как вертолет, ты самолет, ты в курсе вообще или нет? Что ты устроил-то? Я тебя понял, у тебя есть первый балл, хорошо. Не трогай точку Б, она не для этого там росла красивая. Я тебе больше скажу, я сяду где-то под эстакадой. Меня выкуришь оттуда. Главное тебя не подпустить к этому городу. Пусть я теперь реально как истребитель, я лечу и смотрю, где ты. Я работаю на перехвате. Ага, вижу тебя. Мышмобиль летит. Что? Понял, отбой тревоги. Не вариант, мне шасси оторвало. Потому что кто-то решил, что на скорости 800 км в час для того, чтобы хорошо сбросить скорость, нужно выпустить шасси. И они как сопротивление дополнительно мне помогут. У меня нет шасси, я не сяду. У меня нет мозгов. Это еще хуже, однако. Ой, блядь. Действительно. Ебать, долбёб. Я вижу, что ты садишься, Вась. У меня шасси нет, куда я сажусь нафиг? О, а так тоже норм в целом. Прилунился. Это что, это ты прилетел? Тебе повезло. Следующий раунд 1-1. Посмотрим, чем это закончится. И сейчас мы играем без захвата точек. То есть мы не садимся вниз. А после этого раунда уже можем повеселиться с этой фигней. Потеря управления. Я не понимаю, перегрузка 4G, сразу все, ему обидно стало. 4G, это LTE. Блин, ты дурак. Ой, я сейчас крыло оторву, блядь. А, не, нормально. Не оторвется, не бойся. А у тебя там что-то жмыхнуло, походу, Антон. Не может быть. А если не вижу. Фига себе, блин. Где? А как тебе. Как это вообще делать? Это же нереально нафиг. Это нереально попасть. Тут скорость такая. Это на каком мне упреждении стрелять-то нужно? А ты догони. Он меня решил потерять управление, у него штурвал выпал из пальца, понял? А ты куда полетел? Догони. Ну куда ты улетаешь? Да будь человеком, да все же мы люди, куда ты полетел? От тебя подальше. Мы что, в Дубай полетели с тобой, что ли? Что за прикол? Мы из Дубая полетели. Ты, блин, что, у тебя топливо просрочено, ты что так коптишь? Ты себя видел, блин? Да у меня нормально все, ну ладно, ты же на угле работаю. Да догонишь ты меня, задолбешь. О, тягу скинул, молодец, я вижу по твоему выхлопу. Вот, накинул тягу. Вернитесь на поле. До свидания. Ах ты мышь, мобиль, я так и думал. Я думал, сейчас тебя убьет, а я такой хоп и перехитрил тебя. А так не вышло, к сожалению. Ебаный сыр, блин, да долбанная ты табуретка. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, мистер Данил. Здравствуйте, мистер...
Идет почти. Хорошо, сейчас идет. Оба уходим с траектории. Ты на такой скорости в жизни не попадешь с этого пулемета. У тебя сейчас закончатся патроны, и потом я уж тебе присяду на хвост. На нахуй! Ну я слишком наглый был. У тебя жопу разорвало! Да ты что, блин, офигеть! Следующий раунд 2-1 в пользу Антона. Еще одна победа. Я хочу и на он... ракетах. Если вы хотите, чтобы мы дуэлились на ракетах, пишите об этом. Это людей. Будет очень долго, потому что есть он ЛТЦ. Вас обманывает. Это вот ты вас обманываешь, а я вас не обманываешь. Где ты? Ты видишь меня, смотри, где я? А, вижу, в натуре. Потеря управления! А чё не стреляет? Ты дурак, что ли? У меня потеря управления. У меня тоже потеря, он не стреляет, придурь. Нет, ты был слишком близко, далеко, ой. Еман, тебе повезло. Здоровья тебе, блин, дурачок. Лё. Да как же тебе везет? Какой ты везучий, мышь-мобиль. Да, почему нафиг. Я по тебе просто не стрелял. Потому что ты пытался курс свой скорректировать. Такая же ошибка, как и у меня была там, когда мы пытались телепортироваться. 2-2. Ой, я тебя вижу. Нахрена ты меня видишь? А чё? Могу, потому что, поэтому и вижу. А теперь не вижу, ты за небоскребом спрятался где-то. Видишь, летит. Ты куда делся? Ко мне. Да видишь же ты меня. Ты где? Да мне, видишь ты меня. Я не вижу тебя, дядя. Я такой долб. А где ты, блин? Только не говори, что ты опять приземлился, блин. У меня тут скорость 1000 километров. Правильно понимаешь. Ты что, дурак, что ли? Как? Я машина. Я что же в режиме вертикального полета? Вот это сейчас захлестнемся мы. Ой-ой-ой. О, нет. Кто тут построил это муниципальное учреждение, блин? Спасибо вам. Ты выиграл на самолетах, пойдем на корабль. Это раунд на кораблях. А в раунде с самолетами победил Антон. Теперь... Даня говорит, что у меня большой корабль. Я говорю, что нет, он в принципе не особо. Нет, это просто большой. Огромный корабль. Мы должны были на маленьких быстрых кораблях фигачить. Ты что, меня уже видишь? А, вон он ты что делаешь-то? Лови аптечки. Аптечки лови. Ты что там делаешь-то? Я в тебя стреляю аптечками. Зачем? Я думал, ты не видишь. Когда сейчас оно долетит? Оно, ну вот уже летит в меня. Интересно, оно в тебя летит. Чего оно так далеко? Ямана, ты близко стреляешь. Ты, кстати, тоже. Ой, попал. Попал разок? Я даже не знаю, какой это... Это мой выстрел. Ты своим выстрелом все попал, молодец. Ой, попал. Подожди, стой, давай перемирие. Стоп, я не стреляю. Стой, давай перемирие. Давай. Это ты что, перемирие называешь? Я поехал на точку, пошел в жопу. Я тоже поехал на точку. Давай драться. Драка. Трындатая драка. Да ладно, тебе понравится, смотри, как они летят, тебе хорошо. Тебя тоже офигенно, смотри, что происходит. Ну не надо. Ой-ой-ой. Ну давай. Да, попал. Тушить пожар. Да а что же происходит? А, у меня тут очко какое-то, у меня не рулится уже ничего. Полный вперед, давай. Оно там где-то рядом прилетает с тобой? Это что за хрень? Опа. Вижу цель. Ты что, охренел, что ли? Цель идентифицирует. Ты меня опять кого-то убил. Да что такое происходит? А я стрелять-то больше не могу. А почему? А потому что у меня что-то сломалось, там что-то не стреляется. Ты просто смотришь на меня и да. Все. Падал. Что это взорвалось? Пацаны, шатайте его по-братски. Я не знаю, чем я стреляю в тебя. Да, у меня уже заклинило. У меня 120 ракеты. Секунд у меня хрен на правый борт! Давай ракетами по нему. Где ракеты? Да хочу так. А все, это ну нафиг. Сосите воду, пацаны, по-братски, всей бригадой дружно. Сосите воду. Ты охренел? Фига себе! Ты охренел, сука? Фига себе! Охренел, а это уже я попадаю в тебя. Недостаточно экипажа для борьбы за живучесть! Да. Да умри же ты, я не могу рулить. Блин, утонул, я тебя почти убил. Давай. Ну нафиг, уничтожено. Она с первого раза убивает. Вот на таком бы расстоянии тебя пошмалять было бы хорошо вообще. Я тебя завалил. А то как-то далеко встали друг от друга. Это был War Thunder. Квантум, Кратос были с вами. Спасибо за просмотр. Как тебе дуэль? Победил сегодня Кратос. В прошлый раз побеждал я. Не забывай про подписки на канал. Ссылки на игру я оставлю в описании. И перейдя по ссылке в описании, ты получишь офигительные бонусы в игре. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.